Я вас давно просил, чтобы мы не останавливались с сотрудничеством в оборонной отрасли и в ВПК. Вы меня всегда поддерживали в этом плане. Я вот обратился к вам, чтобы мы не останавливали наше совместное учение, чтобы мы продолжили создание центра по обучению наших ребят, прежде всего, новым образцам военной техники, которую мы в России закупаем. Мы это делаем. И вот процесс учения останавливать не надо. Я знаю, вы, ваши военные, рассматриваете мои предложения по учениям на территории Беларуси. Хотелось бы, чтобы эти решения были приняты вами. Это на пользу белорусско-российским отношениям будет. То есть по всем направлениям мы сотрудничаем, и это будем делать всегда. Как вы предлагали, мы проведем в начале года, там военные согласуют. В марте, в феврале, не знаю, когда они решат.